Многодетных аскальчанок чествовали в Центре культуры и искусств. Орденом материнской славы сегодня наградили 15 мам, имеющих 3 и более детей. А всего 350 жительниц округа имеют такой орден. В семье Аброскиных, как в сказке, 3 богатыря – Максим, Степан и Сергей. Следить за ними довольно-таки сложно, чтобы они не пошли, скажем так, по пути. Там где-то волочиться по подъездам. Старшие и вот сейчас младшего отдали в спорт. Я только приветствую это. Средний как таковой не подал этого. Он больше театрал, скажем так, занимается в театре. У каждого парня свой характер и увлечение. Степа любит играть в игры на приставке. Старший Максим – спортсмен, занимается вольной борьбой. А младший Сережа – мальчик с большим сердцем, который дома развел настоящий зоопарк. Рыбки, кролик, переросток, кошки и собаки. Не соскучишься. Руководит всей честной компанией хрупкая Наталья, а муж и сыновья, как настоящие мужчины, любят, балуют и берегут ее. Моя мама самая лучшая. Я так и был. У меня с мамой дружеские отношения. Мы с ней хорошо очень общаемся, как друзья, прям как лучшие. Постоянно меня поддерживает, вкусно готовит, вот. А уроки помогает делать. Сегодня у Аброскиных двойной праздник. День рождения папы Сергея и награждение мамы Натальи за ее родительские заслуги. На столе домашний торт, вкусный чай, и вроде бы хотелось посидеть, отметить, но некогда. Мужчине обязательно надо накормить обедом. Наталья, шутя, признается, половина жизни точно проходит у плиты. Но такое положение вещей ей не в тягость. Быть мамой сына – это очень большое счастье. А быть мамой троих сыновей – это счастье втройне. Конечно же, я хотела дочку и всегда покупала какие-то бантики перед рождением ребенка. Но сейчас поняла, что очень счастлива, что именно у меня именно сыновья. За достойное воспитание детей, успехи в учебе и спорте Наталья получила орден материнской славы 3-й степени и премию. Разделить радость вместе с ней, конечно же, пришли любимые мужчины. Всего 15 многодетных матерей получили сегодня такие награды. Поздравила аскальчанок и их семьи глава округа. У нас в городском округе на сегодняшний день 37 тысяч семей, которые воспитывают несовершеннолетних детей. 2210 семей вот, – это многодетные семьи. И я скажу, что за последние 5 лет их количество увеличилось на 800 семей. Здоровья вам, счастья вашим семьям, благополучия, радости, достатка, всего самого хорошего. Анастасия Иконникова, Кирилл Чуй, Ирина Чуликова, 9 канал.